Всем привет, с вами интернет-магазин kado.ru, и в этом видео мы хотим сделать небольшой обзор секаторов, которые продаются в нашем интернет-магазине. В общем, хочу рассказать про те секаторы, которые вот у нас есть. У нас есть несколько фирм, представленные в интернет-магазине. И в общих чертах я расскажу, чем они друг от друга отличаются и принцип действия этих секаторов. Итак, у нас представлены 4 фирмы в данном обзоре. Все эти 4 фирмы можете купить в нашем интернет-магазине kado.ru. Начнем с фирмы Felco. Так как они законодатель мод, то есть с этой фирмы начались вообще вот секаторы с красной ручкой. То есть это первая фирма сделала секатор с красной ручкой. Данный секатор Felco 6. Ручки здесь кованый алюминий. Это одно из ноу-хау фирмы Felco, и они одни из первых начали делать ручки из кованого алюминия. На ручке дана пожизненная гарантия, то есть это говорится о том, что все запчасти, которые здесь есть, да, это режущее лезвие, это опорное лезвие, все эти запчасти, пружина, все вот это можно поменять. Как вот в автомобиле меняются запчасти, так и здесь можно поменять все любые запчасти. А ручки у вас все время будут оставаться с пожизненной гарантией. Данный секатор, это Felco 6, это для небольшой руки, это самый маленький секатор фирмы. В основном его используют женщины, либо он берется для обрезки небольших веточек. Но по опыту обычных садоводов, в основном обрезаются ветки, ну там миллиметр-полтора максимум. 20 миллиметров уже мало кто режет, потому что дальше идут уже либо сучкорезы, либо используются пилы садовые. То есть мощность руки хватает для того, чтобы обрезать там небольшие ветки. Все запчасти можно купить, то есть по мере износа, да, вы всегда можете их приобрести. То есть это чем отличие вот таких вот профессиональных секаторов от тех секаторов, которые там продаются на рынке, например, от фирмы Fiskars там или Gardena. Там нет такого сервиса, то есть там они не продают запчасти к секаторам, а вот фирма Felco, она продает запчасти к секаторам, так же как и продает фирма Berger. Ну, к фирме Berger мы сейчас попозже подойдем. То есть это хорошие секаторы с хорошими режущими свойствами. Металл здесь используется, это холодный прокат. Вот. И здесь оригинальная гайка, которая здесь вот используется. Это именно разработка фирмы Felco. Вот. Она, фирма существует с 1945 года. И то есть с них, с этой фирмы, да, начались именно вообще вот такие профессиональные, качественные секаторы. Вот. Если сравнить с тем, что как бы мы используем в быту, это в основном вот ножи Felco Victorinox. Они по большому счету, ну, такого же уровня, вот такое швейцарское качество. Далее я бы хотел рассказать про фирму Akatsune. Здесь немного другая пружина, немного по-другому сделана фиксация ручек. Да? Если здесь фиксация ручек сделана таким образом, что вы снимаете этот фиксатор большим пальцем, то есть вы делаете вот так раз и все, и секатор готов к работе. Также для того, чтобы закрыть, вы просто большим пальцем закрываете. То есть раз, открыли, раз, закрыли. Очень просто, привыкается, быстро все, мы приводим секатор в рабочее положение. Здесь же в этом секаторе фирмы Akatsune у нас мы привозим секатор в рабочее положение вот таким способом. Напоминает затвор автомата Калашникова. Вот. То есть мы открыли секатор и начинаем работать. Чем этот секатор
вообще отличается от, например, того же Фелка. Во-первых, лезвие здесь кованое. И лезвие стали используется, называется сталь изуми. Эта сталь добывается из песка, то есть из руды, содержащего песка. И именно из руды, содержащего песка, раньше выплавляли сталь для самурайских мечей. И именно вот из этой стали, изуми, ее переплавляли и делали уже самурайские мечи. То есть это очень хорошая сталь, она очень хорошо держит заточку, и именно своей сталью этот секатор славится. Но минус в том, что этот секатор вы уже купили один раз, и только дальше вы уже только затачиваете режущую кромку. Вот эту режущую кромку. Секаторы очень острые, и так как здесь высокоуглеродистая сталь, так и здесь используется высокоуглеродистая сталь, то есть секатор быстро ржавеет, то есть его нужно постоянно за ним следить, и, например, ветошью, смоченной в масле для швейных машин, протирать после каждого использования, иначе он у вас быстро почернеет. Но с другой стороны, эта чернота, она не отразится на режущих свойствах секатора. Далее, вот здесь вот пружина совершенно другого принципа. Эту пружину также можно поменять. Секаторы снискали у нас популярность среди садоводов и среди профессионалов. То есть это очень хорошие секаторы, стоят своих денег. Данная модель 200 мм, либо называется по-другому секатор номер 103. Также существует 101 секатор, это 180 мм. И 220 мм, это секатор номер 104. Акацуна 104. Далее, это секатор совсем другого принципа действия. Если здесь, в данных секаторах, они называются по-английски bypass, либо по-русски плоскостные секаторы. Принцип действия секаторов, что этих секаторов, что у нас здесь есть опорное лезвие, вот это опорное лезвие, и режущее лезвие. Когда мы режем ветку, то нижняя часть ветки опирается на опорное лезвие, а лезвие, которое идет сверху, оно ее режет. И получается, что рез у нас идет от начала до конца и заканчивается уже на опорном лезвии. То есть конец реза заканчивается на опорном лезвии. В данном секаторе у нас это секатор так называемого молоточкового типа. Секатор Duo Boy 2BK, итальянская фирма. Здесь принцип действия совсем другой у секатора. Здесь режущие лезвия идут навстречу друг другу. То есть это два режущих лезвия. То есть не как здесь опирается, а рез идет с двух сторон одновременно. И конец реза у нас заканчивается он на середине ветки, да, на середине побега. Секатор полностью цельнокованный. Далее здесь фиксатор вот такого типа. То есть мы открыли секатор и начали резать. Во-первых, не для всех рук он подходит. Это нужно подбирать для себя. Но фирма молоточкового типа, они только всего два. Почему молоточкового типа? Потому что вот здесь вот идут такое ограничение, с которой специально с помощью вот этих вот винтиков мы настраиваем прилегание режущей кромки друг к другу. Две режущие кромки соприкасаются, мы можем отрегулировать с помощью вот этих вот винтиков. И вот такой звук происходит, как молоточки работают. Поэтому назвали этот секатор молоточкового типа. Секаторы очень хорошие, режут они просто замечательно. Тот, кто один раз попробовал такие секаторы, тот в них влюбляется и будет остальные секаторы
не используют. Плюс здесь после обрезки этим секатором побеги, веточки, да, они быстрее заживают, потому что не нарушается слой камбия. Здесь что еще у нас есть? Ограничитель. Вот этот вот ограничитель. То есть, если мы ветку подводим к этому ограничителю и уже потом обрезаем. В следующих видео мы уже покажем, да, как они у нас все, в принципе, работают на веточках, чтобы было более наглядно. Также здесь идут обрезиненные ручки для удобства хвата, но ручки обычные. Если здесь ручки анатомические, либо эргономические, так сказать, то здесь специальная эргономика под ладонь сделана. Специальная эргономика под ладонь, то здесь они просто такие прямые ручки. Это, можно сказать, небольшой минус этого секатора. То есть по ощущениям, это у каждого там свои ощущения. Далее у нас идут секаторы фирмы Берггер, Германия. Фирма Берггер находится в городе Вупперталь, рядом с так называемым треугольником, стальным треугольником Германии. Это Золинген, Вупперталь и Раймшайд. Вот в этих провинциях делаются, областях, вернее, не провинциях, областях Германии, делается, идет обработка стали, то есть очень хорошая обработка стали. Ну, Золинген все знают, и ножи Золинген, то есть очень высокого качества обработка металлов. И Вупперталь, он тоже славится именно своей вот этой обработкой металлов. То есть это, то есть люди знают толк именно в обработке металлов, изготовление. Вообще Золинген — это город ножей, грубо говоря. Чем примечательны эти секаторы фирмы Берггер? То, что лезвия у них такие же кованые, как и у Акацуна. Но принцип действия такой же, как вот и у секаторов Фелка. То есть, если бы у секаторов Фелка были бы кованые лезвия, то цены бы им не было. Но кованые лезвия делают именно фирмы Берггер. И именно здесь также существует возможность поменять лезвие, то есть лезвие по мере износа можно поменять, и все остальные детали можно поменять, как и пружинки, фиксаторы, вот эти все, это все можно поменять. Еще одно из главных отличий фирмы Берггер, то что они делают вот такой сокоотвод. В процессе резки, если, например, вы профессионал, то вы, ну, при обрезке, да, там, если вы обрезаете 200-250 деревьев в день, вы можете столкнуться с тем, что у вас очень много сока, да, и сок будет вот налипать вот на этих лезвиях. А вот этот сокоотвод, он позволяет, то есть минимизирует вот это вот налипание вот этого сока. То есть здесь специальный сокоотвод, и он кованный. И он достаточно, это самый большой и самый глубокий сокоотвод. Для того, чтобы это сделать, нужно сделать очень толстое опорное лезвие. То есть такого опорного лезвия не делает ни одна фирма. Вот. А обработка стали очень высокая. Также здесь используется высокоуглеродистая сталь. И вот на некоторых моделях, не на этой, эти модели мы еще покажем в других обзорах, есть возможность смазывания секатора без его разборки. Если здесь нужно секатор разобрать, здесь тоже разобрать надо, и здесь нужно разобрать для того, чтобы их смазать, то здесь есть возможность смазывать секатор без его разборки. Не в данной модели, а модели, например, 11-14, 11-10 серии с кованными ручками. Все эти секаторы относятся к профессиональным моделям, и, соответственно, у них достаточно высокая цена, но цена себя оправдывает. Если вы хотите действительно хорошую вещь, то за нее нужно платить. То есть секаторы, эти секаторы стоят своих денег, и качество этих секаторов
долговечность и удобство в использовании оценит любой садовод, любитель либо профессионал в своей работе. Так что покупайте секаторы, профессиональные секаторы в интернет-магазине kado.ru, покупайте лучше, а про остальное забудьте.